Владельцы бизнеса должны пересмотреть свой бизнес. У нас все бизнесы разные. Оптимизировать структуру, если это нужно. Потому что, ну, я сам был предпринимателем и понимаю, что предприниматели – это деятельность, ведущая на свой страх и риск с целью извлечения прибыли. Предприниматель – не социальная организация, чтобы кого-то содержать ради там, каких-то там просьб и так далее. Как он может содержать, если у него нет прибыли? Может, месяц, два, три потерпеть, конечно. Но нужно, если это требуется, оптимизировать свой бизнес, нужно перестраиваться, нужно переходить на другие товары, ценовую политику пересматривать, переделывать логистику, переориентироваться на другие рынки. Ну, очень много моментов зависит от специфики. Сейчас я вижу, кроме каких-то проблем, вижу тоже возможности определенные. Ну, как избитое выражение, кризис там, в китайском иероглифе. Типа, возможность с одной стороны, с другой стороны, кризис. Вот до 24 февраля у нас бизнес был такой везде довольно высококонкурентный, такой, знаете, забетонированный, да, нет щелочек, куда можно пролезть с новым бизнесом. Все схвачено, везде свои рынки. А вот сейчас все в один момент перестроилось, да, ну не разрушилось, но после такого небольшого землетрясения я вижу, что вот появляются новые, все-таки появляются новые возможности, новые рынки открываются.